Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і запрошуємо зараз, точніше, не запрошуємо, так, під акорди вже. Хочемо представити вам гостя, головного героя, скажімо так, цього кліпу. У нас в гостях Василь Івасів, лідер групи Lesit Orchestra. Вітаю тебе, Василю. Дякую за те, що завітав сьогодні до студії. Отож, кліп презентували, скажімо так. Хотілося б дізнатися взагалі, як з'явилася ідея кліпу, як довго готували, тому що від нашої попередньої зустрічі вже пройшов певний період. Тоді ти тільки анонсував, що робота починається, кипить. Але ми раді для того, що вона таки дійшла до своєї межі, що кліп вийшов. Ну, ідея виникла достатньо давно, зняти танець в відео. І почалося все з того, от ми перший день відсняли, я прийшов домой, виложив в нашу групу пару фотографій о том, що от починаємо знімати кліп. Ну і люди почали спрашивати, коли ж буде відео? Вот. Я так подумал и уверенно сказал, через месяц. Прошло где-то недели две. Потом я подумал и сказал, я, конечно, подумаю. Ну да, я уже потом подумал. Вы пригласили меня первый раз на программу и сказали, вот мы знаем, что вы снимаете видео, когда будет, когда же оно выйдет. Я подумал еще раз и сказал, через месяц. Потом, уже второй раз вы меня пригласили, это было где-то в начале октября, и сказали, когда же будет видео? Я сказал, ну через месяц точно будет. И вот уже спустя 5 месяцев после начала работы, уже слава богу, уже есть видео. Во время вот работы над клипом какие-то проблемы возникали, кроме того, что вот сложно было работать, и надо было все время отсрочку такую брать? Да, когда уже... Как бы у нас основа видео – это танцевальная постановка, и когда она уже была готова, основная задача была найти место, потому что танец задумывался босиком, а я обязательно хотел снимать на открытом воздухе и не в городе. А так как это уже была середина лета, то земля в основном уже была покрыта там сухой травой, колючками, танцевать босиком было тяжело. Вот. И после долгих поисков мы остановились на песчаном пляже речном в Варваровке и в Большой Коренихе. В Большой Коренихе было сложновато танцевать, это был скорее запасной вариант. А в Варваровке был риск того, что вот этот пятачок, который мы нашли, займут там под пикник другие люди. Вот. И приезжаем мы в Варваровку, я смотрю, да, место занято, ну думаю, ну всегда можно договориться, сейчас пойду попрошу, чтобы они перешли на другое место. Подхожу туда, смотрю, а там не то, что перейти, они еле ползают там, те люди. Ну и... Добрый почивался народ. Да, да, да. Ну и мусора там, конечно, куча. Мы так посмотрели, загрузились, поехали в Корениху. Вот, там кусочек отсняли, вот, ну, более-менее что-то. А потом выяснилось, что одна из девушек, Вика, повредила ногу уже после и не смогла продолжать принимать участие. В любом случае, пересъемки уже, да? Да, и мы начали другое место уже искать, и потом мне пришла идея вот снимать в бывшем доме отдыха «Коммунар» в Николаеве. Там и место красивое, и постройки. Кстати, если не были, сходите обязательно погуляйте, там очень классно. Вот. И сцена на открытом воздухе. Вот. Ну, уже договорились, я со спокойной душой думаю, ну что может случиться на закрытой территории? Уже никто все, не помешает. Обезопасили себя в любом случае, да? Приходим в день съемки, смотрю, там посреди сцены вот такие новые ступеньки достроили. Цемент новый явно не тянет на 60-летней давности. Ну я так листками сухими притрусил, ну вроде нормально отсняли эту часть. Вот. Ну и последнюю часть снимали там, где я играю кусочки. Это во Дворце творчества учащихся, без происшествий. Единственное, что много вещей надо было брать. Я порадовался, что мне расческа не надо. Можна сказати, що зйомки кліпу проходили крізь терні до зірок, багато було у вас несподіванок, перешкод. Коли ви отримали вже готовий матеріал, ви залишились задоволені? Да, конечно. Он вышел, это видео вышло совсем не таким, как я его изначально задумывал, потому что... Как часто мы это слышим от автора видео? Да, да, в процессе съемок там один кусок сценария отпадал, но сюжетная линия вообще должна была быть немножко другая. Вот, там кусок отпал, ну... Потому что плана нет. То есть надо четко всегда планировать, что ты делаешь. Ну, хочу сказать, что даже без плана получилось классно. Спасибо. Действительно, хорошая работа. Но вообще, как бы, я так понимаю, что сегодня увидели, скажем так, впервые уже зрители. Конечно, да. Ну, а до этого кто-то, критик какой-то предварительный был, кто это? Моя девушка. Главный критик. И как оценка? Ну, у нее всегда хорошая оценка.
Все хорошо. Ну, мы тоже объективно, я думаю, зрители тоже согласны с тем, что отличная работа. Спасибо. Ну и, конечно же, вопрос традиционный уже в нашей студии. Где, возможно, какие-то творческие планы сейчас, какие-то выступления, где можно увидеть, вот, услышать? Из творческих планов у нас сейчас есть новый материал. Мы хотим его, я надеюсь, после Нового года. Через месяц? Да, через месяц мы его запишем. Вот. А насчет выступлений мы сейчас пока нигде не выступаем, потому что у нас нет барабанщика. Угу. Мы ищем барабанщика, так что, ребята, барабанщики, кто нас слышит, все к нам. Я только на ложках. Могу помочь нам? Можно. Тобто зараз, скажімо так, репетиції по суті немає, так? Тобто в пошуках? Ні, ми репетируємо, як би працюємо, нарабатываємо новий матеріал, і щоб не забути старий. От. Ну, як тільки барабанчик підключиться, одразу оголошуємо пошуки. Новий матеріал, що саме це буде, можливо, які тематиці, що можна очікувати від вас? Я, ну, так як у нас інструментальна музика, в ній достатньо тяжело щось конкретно сказати, тобто це більше емоціональна така... Яка емоція? Ні. Но я, наоборот, постараюсь в новом материале сделать так, чтобы можно было вот основную идею песни можно было выразить словами, то есть чтобы все понимали. Ну, я попробую это сделать. Ну, мы, конечно, ждем еще с презентацией, конечно же, только в новом дне. Ну и, звичайно ж, забираем эту ротацию до себя, сейчас будем спасибо. Показывать. Ну, я думаю, глядачи будем, скажем так, радовать око глядачів, ну и слух також, потому что, ну, неймовірно робимо.